шире шаг. Немножко, когда кончаешь, следи за плечом. Понимаешь, если ты будешь стоять в такой позе, лучше не стоять. Плечом? Да, да, да. Чтобы держи здесь. Обводки приличные были сейчас. Володенька, только когда она у тебя наверху, ты ее немножко перевел. Она вот, ага, да, чтобы четко она была по диагонали. Подождите, по. Локти. Локти. Проверьте четуры, не на ноге была. И там везде вот такие кисти, полностью кисти, а не без этого. Причем, когда тебя начинает захватывать танец, ты именно тогда начинаешь делать кистями. Подождите. Начало хорошее было. Да? Начало хорошее. Легкое было и хорошее было начало. И темп хороший, но вот в этом же темпе. Вот в этом темпе и оставьте. Нет.
разворачивайся. Надо, чтобы тебя видно было. Ага. Да. И спокойнее это делай, чтобы я видела эту руку. А то ее даже не видно было, веера. Угу. Кончик, пожалуйста. Куда же ты? Во-первых, перед тумбой подъем вытяни. Вот здесь. И здесь хочется, когда у тебя идет, чтобы была голова. Рам-пам, та-та-ра-дара-дира-дара, рам-пам, там та-ра-дара-дара-дара. Можно еще раз? Голова. Голова. Подъем. Вот сейчас лучше сделала. Может, когда ты немножко торопишься на томбе. На томбе, лучше... мне потому что кажется, что я. Да, да, да. Подъем обязательно. Да, у тебя получается этот поворот музыкальный. А так немножечко ты опаздываешь. Подъем. Тяни подъем, сгибай подъем. Чуть-чуть, ёточку. И наверх. Нет, нет. Поздновато собираешь себя немножко. Я ничего не вижу еще. Хорошо сделала, конец двойных был. Вот да, поднялась упала. И коротко взяла. Вообще ничего не вижу. Ага, тут немножко все плывет, да? Слепит. Ага. Слепит, а здесь темно, и даже не за что взяться. Понятно. Локти. Не быстро она для тебя берет туры. Подождать немножко, да? Угу. Чуть-чуть, потому что он не успевает даже тебя на ногу поставить. Да, Володя, вот она сидит на двух ногах хорошо, сразу же на вскоке туда. Надюша, знаешь, что еще с партнером, когда ты ты делаешь, еще не довернувшись, начинаешь набирать вот это движение. Угу. Вот последи, здесь тоже будет сейчас у тебя попадаться, чтобы ты довернулась, а потом сделала уже позу. А то ты со спины начинаешь делать, входить в позу. Мне так нравится. Нравится. Очень, да. Ты знаешь, я бы тебе сказала, как-то пропадает чистота вращения. Ага. Она получается такая вот. И не поймешь, то ли ты не на ноге не стоишь. Угу. Хотя по выразительности я тебя понимаю. Но это не очень выгодно. Угу. Не очень. Thank you.
Шансон. Да. Тебе не кажется, что медленновато? Нет. Ну, круг точно нет. Нет, круг нет. Начало. Главное, чтобы темпераментно было. Вот выход весь, чтобы это было не вяло. Вообще, если хочешь спуститься, лучше не забирайся. Да. Да. Чтобы я к тебе подошел. Куда вот мне нужно? Ну, где-то вот, наверное, вот где-то вот. Нет, да, и чтобы тогда бамс, да, и тогда сюда встану. Хорошо. Thank you.
Надюш, единственное место, когда идет, я папам, та-та-та-та-та, чуть-чуть переворачиваешься, да. И нехорошая я нога на дупье нет ее. Хорошо, руки хорошие. Ну, чуть-чуть, да? Мне кажется, что сюда. Немножечко опаздывала, на третьем даже. Скажешь, как тебе. Трудно понять, хотелось бы немножко, чтобы пониже. Да. Было. Мне ну тоже тут хочется. Там стол будет, так что может быть так оно мы и получится. Мы так и заберемся, там же будет немножко. Стоять на вот там. Ага. Надюш, первый отлично, второй опять по прямой. Угу. А вот второй как бы вот туда. Чтобы... Понимаешь, я тебя просто на третьем как бы переношу и делаю меньше. Потому что если сделаю больше. Нам как бы к третьему надо в идеале. Вот если бы это было отсюда, бамс. На центр. Да, он бы был высокий. Вот смотри, мы прямо сделали. Ага. То есть мне чуть-чуть. Вот мы сделали. Да. И чуть-чуть сюда. Вот сюда, идти? Да. Хорошо. Да, да, да. А, закончили. Бамс. Очень хорошо сделал Лавренька. Мастер, когда остановил, за ручку поймал. Да.
осторожно. Это через... Пожалуйста. Ничего. Помочь. Что проверили. Я просто, на самом деле, чуть-чуть бы, если бы ты оставила, как я бы... потому что, да, смотри, да, я... Вперед, я делаю, я юбку беру. А, все, хорошо, тогда не... Вот сейчас очень хорошо сделали. Сейчас очень хороший подход был, Надя. Второй раз хороший второй, подход да, был, да. Сейчас ты сделала хорошо, довертела туры, а потом сделала ага, этот отдельно. Заход. Вот так, пожалуйста. По ноге спускаем. Ну, где-то там с серединочки начала. Прямо вот чувствую, как она проходит по ноге. Только последи за руками. Вот они очень мне мешали. Уже как только ты начинаешь входить в раж, ты забываешь о руках абсолютно. А завтра третий акт надо обязательно да, проверить. Он на сегодня хорошо сделал, кстати, вот это, когда ты платье показала. Да, он так, платье и руки, это было хорошо сделано. И очень удачно сделано вот это со щелчками. Так и оставь. Хочется, чтобы это так же легко и темпераментно было, как этот прыжок. Вот. И проследи за руками. И вот это самое. Вот последний раз было хорошо. Когда ты сделала туры, потом это и вышла в позу. А когда ты со второго начинаешь уже пластично, мягко делать, то нет ощущения доворота туров хороших. Уже тур два хороших, а третий вот такой волной идет. Уже два, на третий в конце ты можешь сделать. Но теперь осталось немного отдохнуть. Спасибо всем. Спасибо.